Настоящая русская зима, какую в своих произведениях описывали классики, вступает в свои права. Несмотря на затяжную европейскую мягкую для времени года погоду, снегопады, метели и морозы все же пришли в наш регион. Первая половина первой рабочей недели года отмечена похолоданием. Температура воздуха в ночные часы опустится до минус 13 и минус 18 градусов, местами минус 23. А днем только 10-15 градусов со знаком минус. С четверга влияние начнет оказывать циклон, идущий с юга. А это означает усиление снегопадов. Предвещают синоптики сильный порывистый ветер и настоящие метели. Внимательнее следует быть автолюбителям. На дорогах, скорее всего, будут снежные заносы и гололедица. При этом температурный фон сохранится до выходных и останется на 3-4 градуса ниже климатической нормы. По предварительному прогнозу, в выходные дни существенных осадков не ожидается, а морозы немного усилятся. На сегодняшний день высота снежного покрова в области от 13 до 23 сантиметров, что соответствует норме. В ближайшие дни в связи с грядущими снегопадами ожидается рост этой цифры. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».